Сейчас мы находимся в Kodak Theater, и мы поднимаемся по тем самым ступенькам, по которым звезды идут получать свой Оскар. Именно сюда. Здесь 5 этажей, это и торговый комплекс, и кинотеатр одновременно. Вон знаменитая надпись Kodak Theater. И где-то здесь происходит вручение Оскара и других номинаций. И поднимаются все известные люди. Прямо здесь и сейчас. Это место продолжения Kodak Theater. Здесь идут истории успеха разных голливудских актеров. Они идут вон оттуда, вокруг фонтана и дальше вниз к Голливуду бульвару. Но все эти истории успеха, они однотипные. Они рассказывают о том, как обычная девушка, официантка, посудомойка, работала где-то там в захолустье в Техасе, случайно встретила продюсера, и продюсер пригласил ее в кино, и она стала успешной. Все эти истории успеха, они анонимные, поэтому мы не знаем, кто это. Но 99% именно о том, о чем я сейчас сказал. Сзади нас фонтан, сверху слон, похожий на Годзиллу. Красивое место здесь. Красиво. Мы находимся в том самом месте, бульваре Голливуд, где все знаменитости оставляют свои отпечатки пальцев, отпечатки ног, отпечатки рук. Для фанатов Гарри Поттера. Все три отпечатки всех трех героев. Знаменитой Арни «I'll be back». И еще много-много других надписей находятся здесь, рядом с китайским театром. Многие благодарят Сида. Один из первых шоуменов, который сделал известными многих-многих людей других. Видно, что здесь, видите, поздравления Сиду, пожелания Сиду. Смотрите, год, 1928. Тусид, королю шоуменов, 29-й год. Все надписи все очень старые. И прямо перед нами находится китайский театр. И полулев, полусобака встречает нас здесь с двух сторон. Этим статуям несколько веков. Они стояли в Китае и не так давно были привезены сюда. И теперь стоят здесь. Вот такой Голливуд. Отойдя от разных клоунов, того места, где люди оставляли свои отпечатки рук и ног, мы идем по аллее звезд и видим разных знаменитостей. Мы идем немножко кверх ногами идем. Но кому нужно, сможет прочитать. Знаменитый Kodak Theater выглядит именно вот так. А под ним аллея звезд продолжается. Все тянется вдоль Голливудского бульвара. Энтони Хопкинс, Рассел Кроу. Люди стоят. Роберт Россен. Барбара Стрейзен.